Всем привет и добро пожаловать в Hogwarts Legacy! Наконец-то игра вышла, и я сейчас ее снимаю, пока она еще в раннем доступе, когда вот она тем, кто Deluxe издание предзаказал, стала доступна. А выйти первая серия должна была 10 числа, в день официального полного релиза, но из-за весьма прискорбных технических неполадок она вышла позже, к сожалению. Так что, типа, вы уже можете все играть, кто может к ней вообще, в принципе, доступ получить. То есть, вот. Вот, я играю на ПК, у меня там, к моему удивлению, автонастройка задала все параметры на ультра. Я очень этого не ожидал, думал, у меня комп не настолько классный, но похоже, что все намного лучше, чем я думал. Вот, игра начинается с вот этого письма. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5 курса. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Тут Уизли, получается, кто-то какой-то предок работает в Хогвартсе. Так, я вообще про игру мало всего знаю. Я как бы смотрел такие трейлеры именно, которые вот типа... Куски там геймплея, я попомню, выкладывали, я это все не смотрел. То есть я не знаю сюжета вообще. У меня привязана учетная запись волшебного мира, это Wizarding World. Поэтому у меня аккаунт, который у меня там есть, он уже привязан сюда. Поэтому я автоматически буду распределен на факультет, который у меня там. Скорее всего, церемония распределения здесь у меня не будет. Как бы я не знаю, чего ждать. Давайте начнем! Так, внешний вид надо создать. Ох, это я чувствую, займет у меня очень много времени. Ну что ж, это вроде максимальное, к чему я могу прийти. Так что давайте начнем. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh! Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Странное есть свое имя. Since I've been to the castle, would be good to see the old pile of rocks. Почему-то я этому челу уже не доверяю. Странно свое имя в титрах видеть. Конечно, мог назвать персонажа как-то по-другому, но уж пофиг. А, вот злой чел. Я все понял. Yeah.
Эти же Port Kid Games выпустили когда-то мобильную игру Гарри Поттер Тайна Хогвартса. Я в нее поиграл чуть-чуть, но там просто грандилка с кучей доната и в ожидании бессмысленного. Ну. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Понятно. Have you seen this? А, вот я знаю, что гоблинские восстания здесь будут, да. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Я тоже не вижу. А, теперь вижу. Merlin's beard. How did you... Wait. We did. Ой. О! Дракон! Хрена себе! Ну все, тот чел, походу, умер. А может и нет. Судя по всему, да. Джордж, пока. Я тебя не успел узнать, но... О, фестралы. Хм, видимо, мы стали. А, ну потому что мы смерть увидели, поэтому мы их видим. Так, эту хреновину надо... поймать. А еще желательно не сдохнуть, да. Это тоже неплохо было бы. Угу. Белочка. Вау. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Так, у меня здоровья мало, я вижу. Перевод, главное, по Росману. Вот это мне нравится. Так, G, чтобы исцелиться. Понял? What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? Это тот чувак был, который посмотрел на нас. Where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Да, мы вот, получается, с этим порталом сюда переместились, а куда непонятно и для чего.
Так что надо... Вау. Ярко. Фигня ярче, чем лампа моя, охренеть. Воу. Фига. Это недалеко от Хогвартса? This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Я пока магию не могу делать, да? О, я бегать стал. А как тут ходить? Пока, походу, мне ничего больше не научили. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. Древняя магия, давно забытая, про которую никто ничего не знает. И да, я знаю, что этот главный герой ее умеет делать. Я знаю, что главный персонаж ей владеет, как раз поэтому он и смог открыть ту штуковину, так что... But I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Когда можно делать магичество? Why is your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Wow. Это еще что? Ice. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. А что ж туда просто вбежать? Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Найс. Ой, так тут вот... Вы используете камеру, чтобы выбрать текущую цель, понял? А, надо удерживать. Тогда я вот это могу побить. Кайф. Ой-ой-ой, нифига себе. Was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. А я что-нибудь не смогу тут вообще найти, или это я просто так делаю, чтобы все поломать? Ломать, хочу ломать. А зачем мне туда показали? А. Вау, нифига, я бы на такое не запрыгнул в реале. Ой, там... А, ты подождешь же, да? Ладно, я тут пока посмотрю, секретики поисследую. Ага! И? Так, а чё, я его наполовину открыл, а дальше не могу, да? Или я... Мне нужно было удерживать, и все теперь залагало, и все стало плохо. Очень надеюсь, что нет. Ну, он вроде пустой, но хотя я не знаю, насколько тут все это проработано. We're close now. It's just ahead. Окей.
На самом деле, что мне игра так хорошо работает, не лагает ничего, прям вообще кайф прям. Конечно, видишь, что отвернулся от самого интересного, но хотел видеть, нет ли там секретиков. Ну, местность, конечно, эпичная, и графика тоже. Да уж. Так, тут что? Это не гремучая ива, это... Просто... Ага. Надо все таки удерживать? Нет. А, монетки мне даются вон справа нарисованы, я это не заметил. Так, с этой стороны ничего не отдам. Сейчас все разломаю, что здесь есть. Все, больше нечего? Ну ладно. Птички? Ну, пока, птички, улетайте. Ух, что это британское произношение, оно меня бесит. Ну, иногда. Так, ага. Мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажмите V, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Понял. Так. Я хочу в Хогвартс. Не, конечно, я как бы не говорю, что я хочу, блин, поскорее бы вот это все закончилось. Нет, это, конечно, все очень клево, мне это нравится, но просто основное, что я хочу больше всего, это попасть в Хогвартс, поисследовать его, там просто получить кайф от этого. Потому что, как бы, я кайф даже от старых игр получал, которые эти по Гарри Поттеру непосредственно были. Хотя они вроде такие все старые, все такое, но все равно... Было клёво. Профессор, this statue... This may have been his home. Так, я вначале вот это исследую, раз уж он здесь. Профессор, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Как же классно, что тут перевод есть. И он хороший по Росману, все, все прям красиво, как я и люблю. Так. То есть целится скорее не тем, как, куда мой персонаж направлен, а просто куда у меня камера направлена. Это, кстати, любопытненько довольно. Я могу залезть куда-нибудь наверх? Нет. Просто я хочу секретики найти. Жаль, что помимо... Это... Зеркало? Воу. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Это отражение, то, каким это здание было раньше. Merlin's name. Разбудите гоблина. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ага, да. Вот мы здесь и оказались. В том месте, которое мы и видели в отражении. Прикольненько. Разбудить гоблина. А стоит ли? А, стоп, это Гринготс, что ли? Реально. Подождите. Я хочу посмотреть. А, тут ничего больше нет. Ладно. Хорошо. Проснись и пой. Hello.
It can't be. Just a moment. Oh, where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Ну да, я догадался. 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? The White's port key. Oh, yes, of course. This way, then. Watch, все подозрительно. Stay close. Это же не Гринготтс, в котором они до этого были в косом переулке. Это какая-то альтернативная версия. Я не знаю, как это назвать. Ну, со временем мы все поймем. Ну да. Логично. Так, я могу осматриваться. Окей. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main. А мы еще не были в этом косом переулке. Private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. А, то есть это мы в настоящем Гринготтсе, просто в каком-то входе приватном. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. То есть это все-таки настоящий Гринготтс, все понял. Да. Мы в косом переулке еще, судя по всему, не были. Vault number. Vault 12. Momentous day! On your way. То есть эти гоблины не заодно с Ранроком, я так понял, который восстание устраивает. Они как бы как всегда работают, так и сейчас работают здесь просто. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Все-таки заодно. Походу. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Очень не доверяю я всему вот этому, что сейчас происходит. Все эти гоблины, они все, походу, хрень какую-то вытворяют. Ну, возможно, вот этот не шарит, но мне кажется, не знаю. Тот он точно плохой. Он заодно с драконом, который нас напал, это был тот волшебник, который на нас посмотрел, это все сделал. Но не знаю, тот ли волшебник заодно с гоблинами, которые восстание устраивают или нет. Короче, я не знаю. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Так. Ну, посмотрим. Vault 12. Thank you for your help. И что же в нем? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir. I wonder if you might. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Конечно же. Естественно, они все. That was certainly unexpected. Опа.
Let me think. Стена светится. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, зафиксируйся, направляйте по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Прям как в первой игре. А чё не так? А, понял. Прикольный способ. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Подождите, я хочу посмотреть. А там что-то я видел еще. Ладно, наверное, показалось. A door. Well, с этим же символом. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ой. 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 Lumos. Ой. Ой. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Это логично, да. Блин, вообще, склеп, блин, какой-то. Как будто бы. Сейчас скелетики нападут, эти инферналы. Да, все очень интригующе. Опа! What is it? That glow again, but on the floor. Взаимодействуйте с магией. Ага, теперь мы вот в этой хреновине. Towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Рыцарь! You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Она двигается. But when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Hmm. Perhaps you should cast Lumos. Да. Окей. А, так, световые чары добавлены в ваш комплект. Исчезает кончик, да, это я знаю. Нажмите 1. Окей. Однёрочку. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Воу. А это плохо или хорошо? Ой! Я понял, это плохо. Просто Левиоса, даже не Вингардиум Левиоса, а просто... Так, а... Ой, подождите. Confronto.
его надо раздолбать после этого, да? О, кайф. Ты чё? Охренел? Да блин, я не успеваю сообразить. О, говно-то какое. Зельку выпил. А пока что у меня все очень плохо получается. Ага. Lumos. Где он? Профессор Фиг! Профессор, где ты? А что за хрени? Летят. Ага, это они летят в конкретную сторону. Вот да. Ага, опять вот эта штуковина. Активировать статую для того, чтобы опять они меня... Ой. Опять меня на меня напали, да? Ой, подожди. Надо как-то сделать, чтобы они все сразу активировались. Нет. Это я понял, но как мне это сделать, чтобы они все сразу были? Вот так вот? Вот. Подождите, как протега на Q? Вау! А сейчас что-то у меня все вообще клево получилось. Удержите Q во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием столбеней. Да, это я уже заметил. Ой! Ай! Эй! Ой! Ай! Ой! Ай! А чё вас так много-то? Так, ладно, надо смотреть на мини-карту. Так, просто надо вовремя нажимать, тогда все будет хорошо. Ой. Они все спаунятся и спаунятся. Ай, рано нажал, давай. На, так-то, тупые статуи. О, отлично. Так, он туда, говорите, да, теперь идти? Это сейчас я его найду или... О, спринт наконец-то мне дали. О, это снова тот символ. Скажите, что я могу? Это я не могу исследовать? Могу только ту хрень исследовать. Я так понимаю, что это оно это и сделает. Он сломался? Зеркало ей належь? Или что это? Или другое какое-то зеркало? Нет, это что-то другое, 100%. Это опять отражение какое-то. Подождите. Меня напрягают вон те штуки красные. Ага, я могу туда и обратно проходить. Зелька, что ли?
или просто какой-то кулон. There you are. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. А, это воспоминание в этой штуке, я понял. Сейчас увидим, кому это принадлежит. И что это непосредственно. Follow my lead. Башкой бум! Ай. Так, кто ты? Ты строишь это здание, в котором мы находимся, да? Судя по всему. Роквуд. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Mm-hmm. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. То есть какая-то очень большая ответственность, какая-то сложность и трудность, которую нам доверяют, и мы сейчас, наверное, узнаем, что именно. Эта игра вылетела, я сейчас попробую. That surrounded them. Надеюсь, больше не будет такого. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Oi. But, sir, you shouldn't be in there. Вот ты главный. I was right. Ranrok. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have one. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Жестко, жестко. Опа! Это на нашей стороне, значит, челик. Клево-то как. Это мы, походу, его призвали, сами того не понимая. Ха-ха-ха.
Охренеть. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both, wanted someone with your ability to end up here. О, музон-то какой. Come. We have a sorting ceremony to get to. А, мы уже в Хогвартсе. Понятно, почему музон. А, это Хогсмид. Так я в косом переулке вроде не был, насколько я понял. То есть я просто все это скипнул, я свою палочку так и не получил, и ничего, вообще, как бы, норм, да? Нафиг надо. Сойдет и чужая палочка, ничего покупать не буду, мне все дадут. Это странно. Может, конечно, они были, но тогда, раз они в Гринготс явно в первый раз попали вот в этот раз. О! Кайф. У меня клава, кстати, реагирует на события разными цветами, то есть поддержка Razer Chrome есть.